Партийцы и чиновники ознакомились с ходом реализации программы модернизации ЖКХ. Сегодня представители власти посетили многоквартирные дома Караганды, которые уже капитально отремонтированы по госпрограмме. Что было и что есть, разницу можно увидеть невооруженным глазом. Сюжет Амины Смаковой. Давайте посмотрим модернизацию. Так, мы уже начали благоустройство, мы еще не посмотрели. Один из домов по проспекту Бухаджирау отремонтирован, но пока еще не до конца. Однако преображенный вид пятиэтажки уже можно разглядеть. В подвале дома заменили канализационные трубы, подъезды благоустроили. Вместе с партийцами в рейд по домам участникам программы модернизации ЖКХ вышли жилищные инспекторы. Что сделали и что еще предстоит сделать, увидели на местах. Сегодня мы проехали на приемку домов. Карбышева 5, там были заменены лифты, то есть два подъезда. И Бухаджирау 31. Здесь была заменена кровля, то есть с установкой АТП, то есть и всех замены коммуникаций. То же самое сейчас поедем на Голубые пруды 13 дом, там тоже в двух подъездах меняются лифты. План программы модернизации ЖКХ помогает не только благоустраивать дома, но и налаживать взаимоотношения между местными властями и жителями, уверяют чиновники. Люди высказывали свои претензии и пожелания касательно выполнения ремонтных работ. Коммунальщики все принимали во внимание. Сегодня здесь, в Казбекбийском районе, по Бухаджирау 31, здесь идет модернизация полностью дома. Меняются отопление, канализация, здесь идет ремонт здания. И вы знаете, что будет и благоустройство акиматом уже, там, где идет модернизация ЖКХ, обязательно благоустройство двора. Амина Смакова, Руслан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.